соответствии с подписанным протоколом о результатах выборов губернатора Курганской области в голосовании приняли участие 292 597 избирателей. На основании протокола постановлением избирательной комиссии выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. Главой региона избран Алексей Кокорин, получивший 248 323 голоса избирателей. Это почти 85%. Выражаю огромную благодарность всем за то, что выборы прошли, на мой взгляд, абсолютно честно, легитимно, прозрачно. Люди шли с интересом. Особенно на основных выборах, поскольку выборов не проходило с 2004 года. Спасибо всем за поддержку, за понимание. Особое слово благодарности я хотел бы высказать всем политическим партиям, нашим оппонентам. Выборы в Зауралье были самыми масштабными в Российской Федерации, сообщили в избиркоме. 14 сентября в нашем регионе прошли 602 избирательные кампании. Всего на выборы в Зауралье пришли почти 40% от числа всех жителей нашего региона. Инаугурация избранного губернатора состоится 26 сентября. Участие в ней примет полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Михаил Белокрылов, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева. Информационное агентство «Курган.ру».